Выпускница школы номер 20 Полина Олешко с юных лет принимала участие в олимпиадах по русскому языку, литературных и писательских конкурсах, не раз становилась призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Полина пишет стихи, ведет блог, где рассказывает об искусстве, интересов. У девушки много, и особое место в списке занимает любовь к литературе и родному языку. Ее старания, целеустремленность и вовлеченность в процесс изучения школьных предметов дали свои плоды. Полина набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Училась я очень долго, упорно, это все было очень сложно, но, наверное, больше всего мне в этом смысле помогла литература как-то, потому что я очень люблю читать, и, в принципе, я люблю языки, и мне нравится с ними работать, изучать именно то, как они устроены. Это ее увлеченность, наш уникальный язык, ее трудолюбие, может быть, какой-то гармоничный союз нас с ней дали такой отличный результат. Однако, несмотря на то, что Полина сдала ЕГЭ на 100 баллов по русскому языку, будущая профессия девушки не будет связана с гуманитарными науками. Я в итоге решила поступать на химико-технолога, то есть у меня техническая специальность. Сделала я это, потому что, ну, оно у меня, в принципе, хорошо получается, и чтобы потом я могла где-то работать именно руками. А с химией как вот это? С химией мне очень даже нравится этот предмет, потому что он в каком-то смысле моему характеру соответствует, он тоже такой четкий, там тоже вот эти системы. Системный подход, целеустремленность, интерес к предметам, изучение наук за рамками школьной программы и, конечно, работа с учителем. Вот алгоритм действий, который помог Полине сдать ЕГЭ по-русскому на все 100. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.